Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новый симулятор Гелендвагена. Вот перед вами этот черный монстр. Также, ребята, помимо этого монстра есть еще другие монстры Гелендвагена. Первый, второй, шестиколесный и вот третий, чуть-чуть подлиннее, чем первый, да? Ну, а мы сейчас будем кататься на этом монстре. Есть также, получается, у нас типа тюнинг, где я уже покрасил его в черный цвет. Также у нас здесь есть типа скины. И здесь вот есть выгибы, разгибы, в общем, все такое. Я сделал выгибы, потому что я никогда не использовал выгибы на машины в играх. И хочу сейчас, ребята, продемонстрировать это, как это все будет выглядеть. И сам хочу посмотреть. И можно подвеску вот такую вот сделать, ё-моё. Ну, сейчас будем с вами фантазировать и посмотрим, что получится из этого. Так, здесь у нас решетка, но нет у нас решеток, чтобы установить. Вот так это все выглядит. Вот, смотрите. Прикольненько, да? Дальше что? Сигналочки такие, мигалочки ментовские. Фары есть здесь еще дополнительные. Зеркала тоже ментовские. Че ментовские они? И получается диски. Ну, нужные денежки, чтобы, ребята, использовать диски. Возвращаемся назад. Нажимаем играть. Есть три миссии, три города. Ну, вообще, три местности, где мы с вами будем кататься. Это город, лес, пустыня. Естественно, на Гелендвагене будем кататься сейчас по лесу. Также управление у нас стрелки, разрушение, включим частицы колес, руки и тень. Нажимаем поехали. Вот, ребята, наш Гелендваген. Выгибы вообще как-то некрасиво смотрятся со стороны, если честно. Но я просто сам хотел посмотреть, как это будет выглядеть, потому что никогда не использовал. И вот сейчас я смотрю, ух ты, ё-моё. Какой-то прям неуправляемый стал, очень такой резвый, ну, это Гелендваген, по сути-то, он и так будет резвый, но немножечко неудобно управлять. Ну, конечно, когда такие колеса выгнутые, как он будет управляться вообще? Ну, кто-то так, в принципе, ездит, да, кто-то выгибает, разгибает различные что-то еще. Так, что у нас здесь есть? Кнопочка, чтобы починить Гелендваген, кнопочка, чтобы рестарнуться, камера есть за рулем у нас, вот, посмотрите, как это все выглядит за рулем. Дальше есть камера в 360 градусов, где виден ваш полностью Гелендваген G63. А, чё еще? Ой-ой-ой, ещё врежусь. А нет, не врезался. Ох ты, ё-моё. Есть также кнопочка замедления времени. Давайте посмотрим это в 360 градусов, как выглядит. Ну, гелик это и есть гелик. Это очень крутой автомобиль. Посмотрите, как он медленно все проходит. Да, в замедлении времени очень... Ох, нифига себе. Посадочка какая. Смотрите, смотрите. Смотрите на посадку. Сейчас она как будет приседать. Фух. Идеально, да, просто. А со стороны на УАЗик похож. Капец, чё с ним? Короче, сейчас замедление времени убираем. Вот, первый болт нашел. Ура, наконец-то. Еще надо нам второй найти. Ну, не знаю, может по пути и встретиться. Я вообще, в принципе, просто катаюсь и показываю вам эту игрушку. И ссылка в описании. А если вам понравится эта игра, качаем ее по ссылочке в описании и пишем. Ой, качаем, играем. Также не забываем ставить лайки, подписываться на канал и писать крутые комментарии, чтобы я поставил вам лайк. Есть сигнал, получается, и здесь еще вот настроечки. Выгибы, выгибы, помощник рулевого управления давайте сделаем. Так, АВД, ПВД, это все можно, ребята, здесь у нас сделать. Так, АВД, так, ВВД, ПВД. Вот это можно все, в принципе, отключить, если вы захотите. И потом она будет вообще по полностью... Ух ты, ё-моё. Ё-моё, что происходит? Вот, да. Ну, так и то лучше, более-менее, да? Вот тоже неплохо, ребята, посмотрите. Есть также у нас поворотники, аварийка. Свет можно, получается, включить. Почему бы и нет, да? И давайте посмотрим. Вот, вот так это выглядит, ребята, когда включен свет и... Когда включены поворотники, а именно аварийка. Так, возвращаемся назад в главное меню. И сейчас мы с вами выберем город и чуть-чуть прокатимся здесь. И будем с вами завершать обзор этой игры. Давайте сейчас мы уже с вами включим механику и будем кататься на механике. Так. А, я думал, мы будем скорость переключать. На самом деле, мы здесь только вот D и задний ход включаем, и все. Угу. Ну, это же автомат, ё-моё, что я говорю? Я думал, сам буду включать. Ну, а чё, нет таких, что ли? Вот, смотрите, ребята, различные трамплины здесь имеются, чтобы делать трюки. Но что-то, мне кажется, с этими выгибами нельзя сделать что-то нормальное, потому что я зря это сделал, походу, да?
Давайте посмотрим. Да, первый, ребята, трамплинчик у нас получился сделать. Ну, не идеально, конечно, но все же что-то и получилось вроде сделать. Так, здесь вот так вот. И вперед. Теперь останавливаемся. Вперед. И поехали. Спидометр работает. Вот уже что-то. Че, да, разрушаются, ребята, столбики эти. Вот. Вот она мощность. И чувствуете, чувствуете, да? Найди два колеса. Да я уже искал и не нашел. Поэтому, ребята, качаем, если любители симулятора, особенно Гелендвагенов G63. Поэтому это все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.